Есть такие предложения, которые вводят нас в ступор. Например, I have had coffee. Это означает то же самое, что I have drunk. Не обязательно говорить, что мы кофе именно выпили. Блин, ну что еще можно было с ним делать? Поэтому, скажем, мы его просто приняли, как have shower, have coffee. Present perfect формула have и глагол в третьей форме, только глагол этот have. Вот и получилось. I have had. Past perfect. I had had означает, что я вчера, к какому-то моменту в прошлом, я принял эту чашечку кофе, я ее выпил. I had had coffee yesterday. I had coffee. Я выпил ее. I had had. То есть я ее выпил к какому-то определенному моменту в прошлом. Дофига заморочек, но если вы дошли до этого и у вас возникли вопросы, значит самое то разобраться с этим.